В наш приют часто заходил священник, отец Аланса. Да, я знаю, что вы подумали, но это совсем не о нем. В общем, ему было по 1000, не меньше, и он был прекрасный проповедник. Он говорил нам, что ад — это не просто страшилка для драчунов вроде нас. Ад существует. Это хреновое место, куда попадают все лентяи, шлюхи, торговцы дурью и наркоманы. И мы окажемся там, если вовремя не остановимся. Ха. Все не так просто. Yeah.
Боже, как я рад, что ты здесь! Они хлынули сюда, как тараканы! Они просто психи! А ты нет? Но я еще жив! А этих уродов я отсюда живыми не отпущу! Поднимайся наверх, босс, я прикрою тебя, а у меня просто царапина! Лифт уже спускается, не выпускай отсюда никого! Джеки, это я, Винни, не стреляй! Боже мой, босс, тут сумасшедший дом! Тетушка Сара в бронированной комнате, нам надо быстро наверх! Поднимайтесь, а я прикрою снизу. Привет, Джеки! Похоже, хороший день! Слава богу, ты вернулся! Тут просто жопа! Скажи мне, Джонни, с кем я веду войну? Судя по печати, которую нашли у Свифти, мы воюем с братством. Чего? Это они изначально владели тьмой! Братство — это святой долбанный грааль тайных обществ! Во главе стоит некто Виктор Валента. Их верховный жрец и босс. Он плохой парень, сечешь? Да. Я его видел. Он попытался вытянуть из меня тьму какой-то странной штукой. Это может только одна вещь. Извлекатель ангела! Боже, я думал, он сгинул навсегда! Зря надеялся. Это что? В этой хрени братство раньше держало тьму. Его создали тысячи лет назад очень темной магией. Он может хранить темную сущность. Может вырвать ее из кого бы то ни было. Это мощная дрянь и опасная. Хреново, что братство нашло его. Очень хреново, если братство получит тьму. Ух! Я не знаю, это не к добру. Ладно, ладно, я все понял. Так, ты сиди тут, а я вставлю этим ублюдкам по полной. Как я рад тебя видеть! Они напали так внезапно! Они прорвались в кухню! Босс! Это что за уроды? Я ничего подобного в жизни не видал! Джеки, надо подняться к тете Саре. И вот еще. Осторожней там. Ты тоже, Винни. Береги себя. Вперед! За дело! Убей их! Отомстим! Это он! Yeah.
хорошо. Ты хочешь противиться братству? Сечение братства! Тетушка Сара наверху. Она заперлась в бронированной комнате. Они уже ломают дверь. Нам надо спешить. Джеки, помоги тетушке Саре. Кто эти ублюдки? Джеки. Джеки, помоги мне, пожалуйста.